Гармония цветов и цвета. В художественном музее состоялся мастер-класс Маргариты Кудрявцевой, на котором гости встречи сделали аппликацию в технике лоскутное шитье. На занятии побывала наш корреспондент Алена Хлудеева. Сегодня хендмейд настолько популярен, что в нашем городе часто проводят ярмарки и мастер-классы изделий ручной работы. А чтобы мы с вами не отставали от моды, отправимся на мастер-класс к Маргарите Кудрявцевой. Давай, петушки с цветочками. Маргарита Кудрявцева воспринимает лоскуты как краски на палитре, а свою швейную машинку как инструмент художника. Она занимается созданием панно в технике арт-квилт, лоскутное шитье и аппликация. Сегодня мы будем делать лоскутные панно. Делаем их небольшие, но все они связаны именно с народной культурой. Для создания панно используют материал, с которым легко и просто работать. Ткань, макраме и веревки, мешковину для основы, швейные булавки и сетку для закрепления лоскутков. Важен факт воспроизведения цвета. Когда собираешь эти лоскутки, все нюансы цветовые сами собой возникают. Все очень просто. Сначала подбираем основу. Это может быть ткань или мешковина. Делаем заготовки из понравившихся лоскутков. А дальше включаем свою фантазию. В работе важны многослойность и сочетание цветов. Чем больше материала вы используете, тем красивее и ярче получится изделие. Мы посетили мастер-класс по изготовлению аппликаций. Вот моя заготовка готова. Остался последний этап – стежка. После чего моя работа примет законченный вид. Она, конечно, далека от идеала, но ведь начиная с простых вещей, в будущем можно добиться высоких результатов. Алена Хлудеева, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.